Здравствуйте, Нихао, приветствую вас на выставке MWC, мобильный конгресс Шанхая. На самом деле в Китае люди живут немножко в своей вселенной, в своей реальности. У них тут уже такие новинки, которые нам пока только снятся. Во-первых, очки дополненной реальности. Первые очки дополненной реальности называются Vivo Air Glass. Интересная штука, когда-нибудь мы это потестим и поймем, насколько это интересно. Это первый 5G смартфон Vivo IQOO, и не просто какой-то демо-образец, реально работающий смартфон, там стоит на стенде, 5G работает, но скоро в Китае будет официально в продаже. Мы покажем вам сегодня кое-что другое, сюда. Мы покажем вам самую быструю зарядку для смартфонов в мире. Зарядка называется Vivo Super Flash Charge 120 Watt. Вот она. Вот она. Вот. Итак, что у нас на стенде? На стенде на самом деле просто вот такой вот провод, но есть характеристики, они написаны вот здесь вот. Зарядка 120 Вт, 20 Вольт, 6 Ампер. Обещается, что на 50%, этот смартфон заряжается за 5 минут, а на 100% за 13 минут. А стоит пояснить, что такое странное происходит на экране этого смартфона. Это специальная программа, которая максимально быстро, насколько это возможно, высаживает батарейку этого смартфона. Тут у нас запущена камера, запущен какой-то мультфильм, естественно, запущена сотовая связь и какая-то вот, не знаю, какая-то программа. Итак, берем смартфон и, как это, очки специальные, фольгу нужно на голову надеть. Включаем. 65%. Прямо сейчас на этом смартфоне 65%. Давайте, идите сюда. Погнали. Охренеческо просто, ребятушки, пока мы тут стояли, я разве что нецензурно не начал ругаться, потому что это, ну-ка, тепленький, ну, 100%, обалдеть, с ума сойти. Ну, последний процент, они, конечно, самые трудные, потому что аккумулятор добирает до полной емкости, то есть первые 50% это 5 минут, а с 50 до 100 это 8 минут. У нас на секундомере 6 минут, ну и правда, похоже на правду, там плюс-минус 15 секунд где-то, это действительно так, 100% за 13 минут. Что прямо сейчас там происходило, какой здесь уровень радиации возник и какие здесь гамма-лучи были, я понятия не имею, но это и правда работает. Как говорят Vivo, в этой системе используется новая схема с накачкой заряда вместе с глубоко модифицированным кабелем Type-C, вот этим вот, ну, с виду кабель как кабель, а также с глубоко модифицированным зарядным устройством. А когда появится зарядка в продаже, с какими смартфонами будет работать, насколько хватит аккумулятора вот этого вот, пока никакой информации нет. Но то, что технология работает, это просто фантастика и удивительно. 100% за 13 минут.